А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Фанкбоя. Здесь ты сможешь найти игру в самбе, также прохождение различных хорроров, таких как Five Nights at Freddy's 4, Daylight и Power Drill Massacre и многие другие. Если ты заинтересован, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию открытия кейсов на моем сервере. Вы знаете, как сюда зайти, а кто не знает, то ссылочка на мои сервера в описании. Ребята, хотел бы сразу сказать, если вы хотите видеть в следующей серии открытие 10 кейсов, то давайте на этом видео наберем 800 лайков. Если мы набираем 900 лайков, то в следующей серии мы будем открывать 15 кейсов, то есть 15 кейсов. Каждый кейс по 15 штук, то есть офигеть, сколько там выйдет. А если мы все-таки наберем 1000 лайков, как мы это сделали на предыдущей серии, за это, ребята, вам спасибо. Но все же, если мы на этой наберем 1000 лайков, то в следующей серии мы опять второй раз откроем каждый кейс по 20 штук. То есть в сумме у нас получится 800 кейсов. И будем ли мы это делать или нет, зависит только от вас. Также, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Я говорю спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео. Оставьте свой комментарий, если вы имеете желание со мной о чем-то поговорить или спросить. И также, если вы еще не подписаны на меня, то я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. И, ребятушечки, мы сразу же приступаем к открытию. Первый кейс потопал, как обычно, по традиции. Сначала мы открываем 3 серебряных кейса, потом 3 золотых, 3 алмазных и 3 изумрудных. Шайни матчоп, паскуда, я его не буду спавнить, потому что, ну, нету смысла, так как шайни матчоп у нас уже много раз попадался. Единственный, наверное, покемон, которого я бы хотел видеть в нашей коллекции покемонов, это шайни джинкс. Да, я ее очень сильно хочу, потому что она еще нам никогда не выпадала. И также шайни хорси, я бы очень сильно хотел шайни хорси, шайни джинкс. А шайни слоупоша, иди в пень, ты нам больше не нужен, ты нам, если честно, уже выпадал там миллион раз и миллион первый, ну, нету смысла, да, чтобы он еще раз выпал. Кто, ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии, Шайни Старию нам еще никогда не выпадало. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто нам еще не выпадал с каких кейсов. То есть, например, с серебряного кейса нам еще не выпадало Шайни Старию, Шайни Джинкс и Шайни Хорси. Или Шайни Хорси выпадало. Хотя не, вряд ли Шайни Хорси нам выпадало. Так, дальше. Фу, золотой. Золотой — это Шайни Стартовики. Залагала, как мне... А нет, все, разлагала. И напишите, пожалуйста, кто нам еще не выпадал с золотых кейсов. Как по мне, так Шайни Пиплоп нам еще ни разу не выпадал. И вроде... Нет, Шайни Чертвик нам уже выпадал. Шайни Чикорита уже миллион раз нам выпадала, поэтому нету смысла ее смотреть даже. Шайни Пиплоп нам вроде только не выпадал. С первого кейса Шайни Джинкс, Шайни Старию, Шайни Хорси. Со второго, наверное, только Шайни Пиплоп. Мне кажется, все уже выпадали. Шайни Пиплоп там пролетел. Шайни Чармандер уже миллион раз выпадал. Ребята, если честно, нам уже даже выпадал Шайни Маткип. Вот, вот, смотрите, в предыдущей серии. Да, вроде в предыдущей серии он нам выпал. Смотрите, Шайни Маткип. Шайни Маткипушка. Ценный покемон. И даже он нам выпадал, но... Шайни Пиплоп еще ни разу. Я был бы реально очень рад. Реально очень рад, если бы нам Шайни Пиплоп выпал. Было бы вообще перфекто. Шайни Бульбасар. Не очень. Не очень. Ладно, приступаем к следующим кейсам. У нас еще осталось 6 кейсов, ребята. У нас еще осталось 6 кейсов. Это у нас кейс с редкими покемонами. Кто только сейчас начал смотреть открытие кейсов, раньше не смотрел, то в алмазных кейсах у нас такие редкие покемоны, как, например, Шайни Дратини, Шайни... О! Если я знаю, кто нам не выпадал серебряных кейсов, если я знаю, кто нам не выпадал золотых кейсов, если мы это знаем, то с алмазных кейсов нам еще много кто не выпадал. Та же Шайни Ларвеста, Шайни Сандил, Шайни Риолу, Шайни Дратини, Шайни Богоша нам выпадал. Ну давайте сейчас посмотрим, кто там будет пролетать. Шайни Гастли нам выпадал, Шайни Кроуганал выпадал, Шайни, кто там еще есть? Шайни Эликит. Я не знаю, как я заметил, но я заметил, как он пролетел. Выпадал. Шайни Лабрас выпадал, Шайни Манчлакс, это уже миллион раз выпадал, Шайни Блисси выпадала. Кто там летает? Шайни Аэродактиль нам даже... Шайни Аэродактиль и Шайни Кранидос нам даже выпадал. Это фосил покемоны.
Ребята, нам опять выпала Shiny Zerua. Она нам уже выпадала один единственный раз. Но все же Shiny Zerua это Shiny Zerua. Если честно, она даже такая нормальная. Нормально даже ценится, поэтому я рад, что она нам выпала. Но все же я бы хотел Shiny Riolu. Ребята, давайте попросим Риолу, пожалуйста, вылези наконец-то, или Дратини, мне как-то, хотя, ну, не прям пофиг, но я бы хотел или Риолу, или Дратини, пожалуйста. Не хочу. Давайте посмотрим на Зоруа. Она реально очень красивая, такая темненькая, синим, и тут еще, нет, это коричневая, синим, и тут черная. Крутая, она мне, если честно, очень нравится. Дальше. Кто с последнего кейса выпадет? Я не буду смотреть. Выпади, пожалуйста, выпади, кто-то. Так, я не смотрю, я просто так вижу боком, что там еще кто-то крутится. Крутится. Еще крутится, я не смотрю. Вроде остановилась, да? Ну что, смотрим. Вы уже-то знаете, а я еще не знаю. Опа! Конечно, Shiny Lapras, который нам уже выпадал. Ладно, ребята. Три последних изумрудных кейса. С изумрудных кейсов нам выпадают легенды. Мягко говоря, в предыдущей серии нам не очень повезло, потому что нам выпали из 20 изумрудных кейсов, нам выпало около 16 Мью. Конченых, мать их, Мью. Да, как-то очень неожиданно, там две луги надо мной, но мне почему-то опять выпало Мью. Мью, иди ты в сраку, пожалуйста, я уже начинаю тебя, я тебя вообще уже разлюбил, если честно. Наверное, все уже Мью разлюбили. Если сейчас Мью мне выпадет, я не знаю тогда что, ребята, честное слово. Если с трех кейсов нам выпадет три Мью, идите в пень, пожалуйста. Даже легендарная птица пускай уже выпадет, но Мью, иди нахрен. Да, сам попросил, сам виноват. Последний кейс. Ну давай! Только не Мью, пожалуйста! Круто! Фу. Я не знаю, ребята, с последнего кейса нам выпал Shiny Kyogre. Хоть Shiny Kyogre нам уже выпадал один единственный раз, нам выпадал Shiny Kyogre, но, ребята, второй Shiny Kyogre никогда не помешает. Он, во-первых, красивый, во-вторых, дорогой, в-третьих, вообще прикольный. Фу, ребята, да. Хотя бы с последнего кейса нам что-то стоящее выпало. Ребята, если вы хотите завтра, еще раз повторяюсь, если вы хотите завтра видеть еще одну новую серию открытия кейсов, только мы будем открывать 20 кейсов, давайте наберем 1000 лайков. Если мы наберем 800 лайков, завтра открываем 40 кейсов вместе. Если мы набираем 900 лайков, то завтра мы открываем 60 кейсов. Если мы набираем 1000 лайков, то завтра мы открываем 80 кейсов. Поэтому, ребята, если вы хотите завтра прям самое большое открытие кейсов в истории Пиксельмона, то давайте наберем 1000 лайков. А, давайте, ну, в принципе, уже было такое открытие, давайте я заберу это скоро open case. У меня запалили, нужно домой. Поэтому, ребята, еще раз скажу, если хотите, давайте наберем, я буду очень сильно рад, если мы вот это сделаем. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику. Я действительно очень сильно рад, когда кто-то новый на меня подписывается. Я всегда прям принимаю нормально его, нашу большую дружную семью. Я буду очень сильно не знаю, что я хотел сказать, но там чувак просто в чат написал «ты рак», поэтому я немного запутался. Но все же, ребят, я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал. И также, если вы хотите со мной поговорить, я общаюсь со своими подписчиками. Все, что вам нужно, это просто-напросто написать комментарий под этим видео. Я не знаю, с каким-то вопросом, советом, пожеланием. Я прочитаю твой комментарий, отвечу на него и с тобой, именно с тобой пообщаюсь. Если ты хочешь со мной пообщаться, просто ставь комментарий. Ребята, еще раз.
Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал и набираем 1000 лайков. Завтра выходит новая серия открытия кейсов, где мы будем открывать 80, мать его, кейсов. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.